второй раз уже в Скрипале. Да. Первый раз приехали, тут был снег. Да. Я помню, на печке вы остинские пироги тогда делали. Да. А сегодня что вы будете делать в этой передаче? Мы будем делать, у нас же пост. Поэтому мы хотели, ну не то, что мясо нельзя, можно готовить и мясо, я не пощусь, поэтому... Но мы все-таки мы будем готовить постное блюдо из фасоли. О, вот. Фасоль довольно популярна именно в южной части. Вот, я вчера ел целую миску фасоли. Очень музыкальные они, очень музыкальные. Прямо симфонии всю. Это для твоего блога именно да, секрет. Музыкальный фасоль в Южной Осетии очень. Как народ, собственно. Фасоль и народ очень музыкальный. Так что будете поститься, больше фасоли. Да, побольше слушайте фасоли, побольше музыки в жизни. Удачи тебе. Спасибо.